Снова здравствуйте, друзья. По-прежнему с вами Hearthstone National. Спасибо вам большое за увольнение. Алисами и Борода у микрофона. Все посчитали, мы не все дошли. Поэтому все нормально. Действительно, действительно все было в мы порядке. Уже, ничего мы рассмотрели там не хватало. С тобой варианты. Мы пришли к тому, что единственный шанс, как, собственно, и чат, единственный вариант, когда все-таки Штан мог убить, это если бы у него на руках был манипулятор и зашел второй огонек. Ну, вот, на самом деле, если бы то просто нужно зашел. Нужно было две дополнительные карты. В любом другом случае на размах не хватало маны. Там было около 31 единицы урона с тем набором карт, который был у Штана, плюс манипулятор. То этого тоже недостаточно. Ни одного топ-дека, по большому счету, ты не придумаешь для того, чтобы убить. И там еще красиво все получилось. Там была ситуация, когда Штан как раз продумывал момент, чтобы разбить Хадронокса. Разбей Хадронокса раньше Штан, он не получил бы этих миллиард Хадроноксов дальше. Но все равно у Рикки-Тикки был куб. Была возможность призвать заново Хадронокса и заново проспамить стол. Поэтому времени было крайне мало. Ну, в любом случае, друзья, спасибо вам большое за участие, за обсуждение и профессиональным игрокам, которые тоже включились в активный подсчет. Там у нас у Рикки было около 40 единиц здоровья вместе с армором. Ну да ладно, мы перемещаемся к третьему четвертьфиналу, где у нас играет Свейд против Резентфула. Два любопытных игрока. За первым мы вчера успели понаблюдать, а вот Resentful нам на стрим ни разу не попадал. Вот и посмотрим. Как раз-таки, да, на менее известных ребят. Свей действительно вчера порадовал. Вчера за него девушка очень активно его болела, но он именно то противостояние проиграл, но все-таки смог войти в топ-8 и попасть в стадию плей-оффа сегодня. Но при этом, да, порадовал тем, что не расстраивался, не горел, то есть абсолютно позитивное настроение. Ну и давай посмотрим, что там по лайнапам есть интересного с обеих сторон. Ну а я пока озвучу небольшую информацию о Резентфуле. Он занял третье место на чемпионате Москвы в 2017 году. Также заработал 9 поинтов в мае, занял 85-е место в Америке и также 156-е место в Европе в апреле, за которое вывез 6 поинтов. Итого, по лайнапам. Давайте смотреть. В бане у нас жрец, тот самый жрец, которому не везло вчера с Вейтом. Ну и Баку разбойница, да. В остальном, у Свейта осталось Миракл Рога, Чет Варлок, он же всегда гриф Варлок, и Контроль Маг. В свою очередь от Резентфула это Секрет. Мы видели, по-моему, уже его сборки, и он, по-моему, вчера мелькал уже на трансляции. Секрет Хантишка. Куб Чернокнижник. Это о Резентфуле. Да-да, Куб Чернокнижник. И это Дрожеглот Шаман. Ну, я, если честно, Резентфула не припомню вчера на стриме, потому что у нас вообще с Куб Чернокнижниками, Куб Чернокнижников на стриме было мало. Но выпадал один игрок с таким же лайнапом. Ну, нет, такой лайнап у нас был, но, по-моему, Resentful на стрим не попадал вчера. Не Resentful, да, а конкретно кто-то другой. Свейд у нас играл вчера несколько партий. Ну да ладно, давайте смотреть, мне будет любопытно наблюдать за Кубом, потому что Куб на этом турнире не такой частый гость, как четный чернокнижник, четные нам прям постоянно залетают. Уже есть череп Монарии для Resentful, и самое главное, у Свейта есть слизень под череп. И также мы можем закрепиться на столе драконом. Начинаем легкое ненавязчивое давление. Парочка разрушителей чар где-то еще в колоде находится. Но, как ни странно, в который раз подряд у нас идет открытие именно с чернокнижников. Это уже напоминает традицию. Нет, точно. Некую. Что в лицо. Для темпа чернокнижника. Для темпа чернокнижника. Для чётного. Это и есть чернокнижника. Он должен выигрывать здесь действительно темпом, действительно максимальным давлением. И кислотный слизнюк сейчас Свейта спасает просто неимоверно. Какой кошмар. Два повелителя в руках, когда вот ты не смог потянуть с черепа Монари этих существ. Какая жесть. Это больно. С
Старая добрая история про куб чернокнижников, в котором все приходит в начальной стадии, да? То есть, вот тебе, пожалуйста, два повелителя бездны, вот тебе страж ужаса и а еще на топ-деке. А он через одного стража играет или через двух? В смысле, через двух, конечно. Это куб чернокнижников. Тогда у него в колоде только... Питон. Получается, только один страж остался, которого он может завербовать. Еще и великан для Свейта. Вот это я понимаю. Вот это давление. А здесь одинокий, грустный и печальный одержимый лакей, который не делает ровным счетом ничего. Потому что ты погибаешь. Жаль, конечно, что нет вебки Резентфула, но все же. Интересно. Хоть какие-то варианты пожить есть у нас? Ну, разве что пытаться стражем забирать дракона. Ну, это единственное, да, что... Но он все равно погибает, так как там есть адское пламя. Вот тебе, пожалуйста, красиво. Ситуация, когда куб Варлока выносят вперед ногами, это то, о чем мечтали многие. Говорили, ну когда же это случится? Почему они так надоели, эти куб-чернокнижники? И вот вам, пожалуйста, их встречается все меньше и меньше. В основном все больше темпа, седогривые, новая мета. И пока. Ну, здесь хороший заход. Кислотный слизень для Свейта. Очень быстрый агрессивный опенинг. И он до шестого хода заканчивает партию. Остается для него мака-разбойница, это, само собой, контроль мак, и это Миракл Рога. На чем тут может пострадать и потерпеть Свейт? В целом, да, контроль мак против Дрожжеглот Шамана должен отлетать. Против Хантишки, в целом это секрет, такая быстрая редакция Ханта, темпа Хантишка, прям лютый. Там, наверное, больше маг может отбиться. Но не будем забывать о ДК, о том, что можно бесконечно плодить этих зомбозверей. Миракл Рога против куб чернокнижника имеет плюсовый винрейт. А против... Вот чернокнижник как раз-таки это против камень куба преткновения. Она, конкретно Рога имеет... Играют в плюс. Там процентов 70 побед. Причем ну, вот чернокнижник для Resentful это действительно лакмусовая бумажка фактически, да? Потому как тут ты просто можешь законтрить все. И надо голдфишить Resentful. Свейту нужно находить слизь, нужно находить возможность чистить пушку. Именно поэтому сбрасывается абсолютно все карты на мулигане и даже ДК. Ну, тоже все не так просто у этого мага. Как мы уже не раз отмечали, огромное количество масс-контролей, точечных контролей. ДК здесь будет явно не лишним для мага. Горных нужно находить, да, и надеяться на то, что там не будет никакой ответки на горного великана. Ну, это вряд ли, конечно, у мага, чтобы вообще не было ответок. Но понадеяться можно, конечно. Ну, чем дальше в лес, тем все будет хуже. Толще партизаны, да, и, соответственно, великанов, которых 100% Слушай, заберут. Слушай, я теперь знаю, как можно называть великанов или тяжелых демонов. Тощие партизаны. Или как ты сказал? Толще. Толстые партизаны. Да. Пускай будут не надо так партизаны называть. В теле. Пусть они останутся великанами. Так, фамильяр. А это волна. Великанов нет, но вы держитесь. Хотел немоту на самого себя навесить здесь Resentful, но что-то не получилось. В результате фамильяр действительно пострадал. Ну и просто размены ждем и верим. Что любопытно, мы видим небольшое количество зачисток, которое подъехало Свейту с топ-дека. Совсем чуть-чуть. Тут такое дело, что скоро драконий ярость перестанет работать. Поэтому Свейт, по-моему, тоже может быстро-быстро перекреститься надо. И да, поскорее избавиться от ярости дракона. Так, еще один библиотекарь, но у нас пойдет, конечно же, одержимый лакей. Теперь они послужат мне. Одержимый лакей. Что мы, от куба как-то будем играть здесь? Ну, хекс нет, хекс точно не стоит давать. С другой стороны, если он завербует
например, Стража Ужаса сожрет это все кубом и просто пойдет тебе в лицо. Ну... Одним метеором ты конкретно связку не отконтролишь, как, собственно, и волной. Ну, тут вот чего будет отыгрывать? Будет ли отыгрывать от куба и темного пакта? Единственный вопрос. То есть отдавать превращение точно не хотелось бы из-за того, что ты можешь смело какого-то демона превратить в овечку и... И убрать его потом из-под того же ДК. Из-под ДК, да. Но, с другой стороны, если все-таки завербуется страж и будет комбинация, то тебе нехило прилетит по черепушке. Ну, судя по всему, Свейт решился на овечку уже. Долго-долго думает, взвешивает за и против, и все-таки отдаем превращение. Сверхнадежно играет. Но стоило ли убирать всю руку, да, и скидывать ДК, я вот, если честно, не уверен со стороны Свейта на контроль маги. Ну, как ты уже отмечал, искал он слизь, чтобы не дать черепу Монари таскать демонов из руки. Потому что череп Монари добавляет нереальный темп. Бесплатно. Ну, если ты не находишь достает демонов. Ответку на череп, ты проигрываешь игру фактически. Да ты уже вот понимаешь, что я проиграл игру. Потому что если вдруг там есть страж. Ну, как минимум, куб, становится очень тяжело. Да. Плюс манипулятор, то есть все очень плохо. Ну что ж, овечка отдана. Ничего не попишешь. И тут как бы игра полномерно перетекает в лейт, где будут кубиться именно Хардстоун не пускает. Повелители бездны. Что, решила сыгрануть в Хардстоунчик, Олеся? Не-не-не, я хотела посмотреть одну картонку, потому что зрители очень верно меня поправили касательно Хадронокса, за что вам, кстати, огромное спасибо. Поэтому я сейчас предпочитаю на всякий случай перепроверить. Я просто уже перепугалась, что проблемы не у одной меня с заходом Хардстоуна, учитывая, какая волна была, скажем, невозможности зайти вот совсем недавно. Я тоже слегка испугалась. Итак, идем дальше. Вроде заходит, все в порядке. Видимо, какая-то ошибка была. Разбиваем лакея, получаем стража. И тут уже закрадываются смутные сомнения у Свейта по поводу той овцы, которую он отдал. Ну и, как мы видим, ДК-то есть на руках. И можно уже спокойно все это манипулировать. На следующий ход мы сыграем через еще одну манипуляцию. И тут уже просто гигантские проблемки возникают у Свейта. Потому как он очень быстро может отъехать в этой партии. Что бронники, зачистка, чтобы армора получить. Итого у нас два стража погибло. Ну, сейчас второй погибнет, имеется в виду. А метеорит улетает. Ну, до ДК два хода. Я думаю, что Свейт это все дело просчитывает. Имея на столе бронника, ты вынуждаешь либо тратить ход и чистить его, или же будешь дальше добирать армор. Да, замороженные герои дают легендарку. Адское пламя, убираем два героя, убиваем бронника. Хранитель истории, чё? Элиза это пойдет. А вот чё, ну... Ничего хорошего. Ну такое. Учитывая, что у тебя большая часть руки состоит из заклинаний. Маг и чё, это вечное дуо просто, вечная парочка сладкая, да, неразлучная. А Элиза, кстати, это существо, конечно... И это присутствие на столе, но она закапывает тебе Пакунгорра в деку, и ты забиваешь себе топ-дек ДК. Ну вот смотри, говорит, хорошо, вот чё? Тебе хранитель истории, чё. Это не самая распространенная картонка, это факт. Точно, да, тут сложно с тобой спорить. Но она всегда радует душу, греет. Когда она тебе приходит в руку с подобных существ. Я просто вспоминаю супер эпическое легендарное противостояние Док против Найреи, где они бахали на Миракл-рогах. И там. Не, вру, это было масло рога еще.
Боже и мой, там был хранитель истории Чо. Глубоко копнуло. Но я просто помню эту партию, и учитывая высочайший уровень просто игры как Дога, так и на Ирее, и на Роге, но у них были просто квадратные глаза, потому что они старались, само собой, отдать карту, которая твоему оппоненту будет не нужна. А это обе маслороги. То есть там действительно такая эпичная партия. Если кто-то еще помнит, то поставьте сморчика в чат. Вчера, кстати, Александр подал идею, что сморка нужно сделать Капа Прайд, чтобы тоже сморк был такой радужный. Вам бы все Капа Прайд сделать, знаешь, вот кто все гачи-бас, за гачи задвигал? Все Капа Прайд, боже мой, что началось? Все нормально, все. Оставьте сморка в покое, орк должен быть орком, без примесей и пестицидов. Я видела очень злобного орка, который уже новый смайлик, который красный сморк. Ну, вот выглядит, кстати, очень топ. Он разъярен. Он разъярен этой ужасной ситуацией. Постоянно какие-то вот... Грязные инсинуации касательно Капы Прайд, да? Постоянно его пытаются затрогать, затроллить, не знаю, превратить еще в какого-нибудь... Кто трогает сморка? Да-да-да. Капу в чат. Так, великан, проверяем, это ледяные двойники, два великана получают в руку неплохо, Свейт. Неплохо, слушайте, скажу. По четыре кристалла. Нормально, нормально. Да, да. Нормальный следующий ход уже вижу. Твое лицо, когда двух великанов скопировал. Причем? Довольный Свейт. Еще бы как-то реализовать убийство с помощью куклы Вуду, да? То есть мы поставим великана за три, великана за четыре и бахнем куклу Вуду. Но вот куклу Вуду забрать никак не получится, поэтому он... А жаль. Будет, наверное, выходить один великан сейчас, плюс кукла Вуду. И на этом как бы все. А где ДК? А ДК где-то пылится в колодке. Вот где-то там далеко. И на самом деле, вот тот мулиган ДК, он может сейчас очень злую шутку сыграть. Ведь, ну, ясное дело, да, еще раз повторимся, для чего все это делается. Для того, чтобы не дать возможности сыграть пушку. Метеор в ответку. Даже собственный. Метеор. Собственный великан, говорит контроль маг. Обыгрываю тебя твоими же картами, все нормально. Минус хил еще. Ну, ресурсы тут Резентфул подарил просто царские, откровенно говоря, да, с ледяных двойников. Так, великан. Кукла Вуду. И убираем вражеского великана. Двойники сработали в плюс. За счет ледяных двойников свои держатся в игре. А можно посмотреть, какое количество картонок осталось у одного и у второго, потому что надо... Особенно маг интересует все-таки. Надо посмотреть, что по ДК. 12 карт и 8. В 8 картах череп. Ну, тут череп уже будет не настолько эффективен, как прям на старте партии. Комбинация доступна. И там еще любопытно, есть ли в магии упырь. Вот что. Кстати, интересно, что разный взгляд у игроков. Кто-то играет упыря, кто-то нет. По идее, Свейт у нас играет упыря. Угу. Так бы еще и пакты бы пожечь хотелось. То есть в 12 картах есть упырь и ДК. Это важнейшие карты, которые надо бы найти. Но зато на старте было очень много зачисток. И за счет этих зачисток Свейт у нас дотерпел уже до лейтгейма. Там так треть колоды зачисток этих, да? Ну, есть такое, но он прям все собрал. Метеоры, Вуду, превращение, куклы Вуду. Превращение, волна огня, которая в скором времени тоже, вероятнее всего, пойдет в ход. Я должен утолить... Талдарам на лича. Кубом. Вот это... Комбо-вомбо. Два лича это. Лучше, хороший чем ход. Один, определенно. Восемь карт сейчас у нас. Хватка смерти плюс АОЕ. Так, ну окей. Снежная буря не дает нам зачистки. Чуть-чуть делать с этим, да, совсем. Волна тоже тебе не дает хорошей зачистки. Ну, беда.
же делать? Как это чистить? И точечного у нас ничего нет. Ну, мы, конечно, можем разменяться, само собой. Я думаю, что Лича просто... Ополчение. Ну, просто хотелось бы картонку еще самому добрать, да, но что-то как-то не получается. Ну, с другой стороны, твой оппонент будет вынужден меняться личами, чтобы не сжечь себе карты. А может быть еще одна комба в куб плюс пакт? Фамильяр? Ну, он не даст уже ничего. Ярость дракона. Снежная буря? Нет. В колоде еще осталось. Нет, нет, две. Две уже была отдана, да? Получается, что там приходило? А, нет, там приходило два метеора, два, две волны огня подряд, да? То есть снежная буря еще там снежная остается. Снежная буря. И превращение два было использовано или одно? По-моему, одно превращение. Я помню одно. А куб таки заходит, поэтому Свейт очень правильно сделал, что не пожадничал и разменялся. Хватка. Минус лис, лол. Хорошо, хоть не ДК. Хорош. Ну, ДК ты не можешь так украсть. И слава богу. Да. Потому что это было бы слишком. Хватило нам того, что у Штана угнали манипулятора. Элемент комбинации. Твои. Конечно, неприятно, когда оппонент играет твою собственную карту, но слизь это не смертельно. Тот ДК сегодня выйдет? Нет, не выйдет. Ой, печаль, беда. Печаль, беда. Волна. И не упыря, и не ДК. Но зато заряжаем дракономанта Алану, которой нет. Алана не вывезет, в том-то и беда. Что же делать? Не, ну на пустой стол дракономант было бы круто. Ну на пустой, но там всегда будет Готфри держаться под Алану. Который просто его... Слушай, все-таки хватка смерти — это прям коварная картонка с этим воровством. Порой король лич с этой хваткой может такой грязи натворить. Да, что есть, то есть. Ну и вот ставим на счетчик мы мага. В скольких картах у Свейта вчера ДК было? В трех? Или в двух? В двух, по-моему, да? И это не ДК. Это не ДК. Скоро придется прожимать бронника. Что служба никогда не закончится, говорит. Ну, это как бы все в мертвом припарке, да? Что ты выставляешь три существа, окей, но ты просто погибнешь за пару ходов. Ну, потянешь время, бронник, волна, бронник, снежная буря. Здесь максимально быстро старается ускориться Resentful, адское пламя, осквернение, кусь. Был бы еще один кристалл, он сейчас просто бы умер. Прямо сейчас. Ну что, знаменитые ходы... Судя по тому, что я прочитала по губам, это был не ДК, да? Ну это бронник плюс волна. Ну никак, ну ты должен уже играть в деф. Потому что тут один страж ужаса и до свидания. Свейта вообще не любит ДК, он просто обходит его стороной, понимаешь? Мне кажется, ему надо с его ДК поговорить серьезно по душам. Чернокнижник именно та колода, которую Свейт должен выносить. Окей, череп. Череп, укус бронника и... Что делать? Ну, обязан будет сыграть упыря. Сколько это? Восьмерка урона, которую он может нанести, да? Может, ДК все-таки свои сейчас поднимет? Вот прямо сейчас нужен ДК. Понимаешь, а если ты играешь ДК сейчас, ты рискуешь получить вторую комбинацию темный пакт плюс куб. Окей, тогда таундимся. Не заходит ДК. Ну, максимальное упырь. Количество провокаций. Еще один щитоносец. Понимает, что нет темного пакта в руках, что он в колоде. Ну и, соответственно, что же принесет череп Анари? Страж ужаса. Одна карта остается. Ну, теперь-то уже заклинаний за единичку нет у Resentful'а. Упырь сделал свое грязное дело. Манипулятора будем. Ну вот 4 хп. Размены съедаем 10. 4 хп это очень коварно. Да, пакта не хватает просто. Ну на пятерку он сходит, конечно, в лицо, но...
Ну вот пакт. Пакт давал возможность вскрыть куб. Но пакт уже все. Да. И ДК. Кайф. А не поздновато ли уже? Так давай смотреть. Если 13 проносит в лицо, ну у нас 12 хп. Пойдет, пойдет. А то есть ты, колоде... Джайну ты не можешь себе позволить сыграть, да? В колоде остался, по-моему, только Близзард. Да, Джайну ты не можешь играть. А, жесть какая. Если играешь Джайну... Вот на один ход раньше. Вот на один. Или лучше на два. А там по заклинанию вопрос. Вторая ярость дракона выходила. Второй, второй снежная буря одна еще должна была остаться. По-моему, еще есть снежная буря одна, мне тоже кажется. Все остальные заклинания вышли. Последнее заклинание, ну, либо я провтыкала. Не-не-не-не. Но мне кажется, что снежная точно должна быть. Но это, по-моему, как раз последняя зачистка. Да. Ну, вот оно. Е-е-е, не накосячили. Так, ну как будет добивать Розанку? Билка в лицо. И взрывной урон только билкам. Сколько остается, да? У нас остается 4 хп, девятка и того. Просто максимум выставляет здоровье сейчас на стол. То есть максимум урона. 11 может на следующий ход внести Розенфол. Понимаешь, сейчас тебя не спасает уже ничего. Окей, ты играешь превращение, допустим, да? Превращение плюс... Не, снежную Blizzard. Бурю придется играть. И один ов а будет. А что, что ты сделаешь? Ну, сыграешь ты снежную буру дальше. Что? Ну, а если ты по-другому сыграешь, что ты делать будешь? Тебе надо желательно на пустой стол ставить. Джайну. Ну, тогда превращение в снежную буря. Сколько это? 3, 3, 6. Ну, по-моему, никак вообще. Да даже и снежная буря с вестником Рока. Вот реально не хватило несколько ходов своей, то чтобы проспамить лемов и за счет похищения жизни отхилиться. Подожди, если действительно если Близзард и снежная буря, у тебя одно ну, хп. Ну, один на одну единицу здоровья ты живешь. А, будет 9 хп, если ты играешь после Джайну. Ну и у тебя 6, как бы ты не выживаешь. Еще на столе огрызки остаются от демонов. 3 урона. Слушай, а если сыграть там второго броника? Второй броник же не выходил? Если по-моему, ты... нет. Если ты играешь через войско мертвых, ну ты добираешь 5 картонок, уходишь в потих. Ну, то же самое получается. Ну то есть, единственная ситуация осталась, это броник плюс что-то. Но там, по-моему, что дает тебе армор. Заклинаний, да? Близзард еще остался один. Но тебе тогда нужно 2 карты. Тебе нужно и броник поднять, и снежную бурю поднять. А с топ-дека одна карта получается. Так, ну 6 урона может нанести у нас Розентфул на следующий ход. Причем, понимаешь, было бы 7. Он бы жил. Да. И потом бы отхилился. Ну вот несколько ходов. Ну вот чуть-чуть не хватило раньше Джайну получить. Ну, реально один ход. Реально один ход просто с Вейта... Причем он даже Элизу не играл, чтобы не забивать себе топ-дек на ДК. Это Дракономант Алана, и это... Бесполезная карта. И это партия. Это ГГ. Понимаешь, просто вот... под ноль. Вот чуть-чуть не хватило. Это из категории, стоило ли играть превращение тогда на первого лакея. Помнишь, была ситуация, когда лакей был... Ну, он долго очень думал, прям до фитиля, и все-таки отдал тогда овцу. Хуже, что не увидит летал? Да нет. Попытка, конечно, неплохая, но... Хорош, да. До конца играет Свейт, но на самом деле для Свейта начинаются сейчас очень жесткие времена, потому как контроль маг остается тет-а-тет фактически с двумя классами. Не самыми, да? Лицеприятными, потому что их антишка тебя может успеть продавить. И еще раз, Свейт, да, в той самой ситуации, когда он скинул на мулигане этого самого ДК, который его не любит, также не будем забывать. Чередак? Ну, он надеялся, что ему ДК зайдет хотя бы с половины колоды. А в результате он доиграл до 12-й карты, ДК все еще не увидел, и ДК был там прям в последних-последних картонках. Немного не хватило здесь, чтобы вывести. Но зато это хорошая партия для Розентфула.
Есть первая победа у него на Куб Чернокнижники, остается Хантишка, остается Шаман. Причем Дрожеглот Шаман должен выносить вперед ногами просто мага. Маг, конечно, может совершить чудо и попытаться как-то задушить существами, но когда вы последний раз видели мага, который душит на ранних этапах игры? Нет, такое бывает. Ты просто играешь фамильяра, далее идет ключница, далее ты чем-то продолжаешь, но это очень редкая история. Ну, тем более у Дрожеглота достаточно зачисток. Ну, попробует Свейд. Для этого как раз-таки оставались существа хоть какие-то в стартовой руке. Да, это фамильяр плюс. Плюс слизь. Ну, и тут уже золо разыграно. То есть элементы комбинации постепенно выходят. Повелитель песков, который добирает Элема. Нужен ключик. Взломщица. Что дает взломщица? А мы не видим. Мы узнаем уже по факту. Ну, да. Что-то дает определенно. Заморозка, жизнесос. Поехали дальше. Можно, конечно, сыграть прямо через добор, прямо сейчас. Взрывные руны. Че, ну круто комбо крутит Resentful здесь. Ну вот осталась одна колода, Хантишка, которая будет биться против мага. Но маг, скорее всего, там выиграет, да? Там, ну, от ДК многое зависит. Опять-таки, если ДК придет Хантишке, и он сможет задоминировать зверями, а Свейд опять не найдет своего ДК, то... Тут все понятно, на чем все закончится. Чернокнижника должен был Свейд выигрывать. Ну, там на тоненького была партия, разошлись уже в конце. Тебе в 10 картах у тебя осталось ДК, у тебя остался Упырь. Это основные карты в битве против Куб Варлока, да? Ну, стоит отметить, что у Чернокнижника была пушка также примерно в 5 последних или в 8. Тотем прилива маны плюс осколок. Так, ну добора, конечно, не хватает. Тотем прилива маны приносит жизнесоса. Также у тебя есть дальнее зрение. Конечно, сразу же мы стираем тотем прилива маны. Без малейших сомнений. И Хагата. С помощью которой ты можешь еще порандомить себе спелы. С глаз. Ну тут просто вообще все комбо-бомбы. Но заходят, он нашел топор, есть, все, что нужно. Надо заряжать постепенно. А представь, у него Дрожеглот будет одной из последних карт. А там, ответочка. Кстати, зависит от сборки. Вот ты можешь посмотреть на своем, да, устройстве? Конечно. Есть ли там Хемет, например, в колодке? Хеминга, да, есть. Хеминг есть, окей. С глаз плюс... Грамбл. Грамбл и еще один жизнесос, уже третий. Да боже, он его с жизнесосами сожрет. Даже без комбинации. Вот это да. Вот это поворот. Превращение, ключница. Нужен ключик. Тут можно даже Хагату играть. Ну почему нет? Дальше с жизнесоса ты получишь еще какое-то заклинание. А что, ДК опять, да, где-то задержался? На самом деле. Отраженная сущность. Секрет. Защитник холмов, гоблин. Ну, максимальный темп пытается навязать здесь Свейд, но на самом деле тяжко-тяжко приходится. Попытка, конечно, неплохая. Здесь жизнесос, который уходит в копию. Ты получаешь сейчас заклинание. Красиво. Прям... И прямо сейчас можно, на самом деле, он даже так хочет. То есть... Вулкан, а потом Дренеи? Или как? А есть ли смысл в вулкане? Он не хочет принимать лишнего урона лицом. Он видит, что Свейд пытается сыграть агрессивно.
пытается выйти по столу, поэтому он его чистит и выпускаем дренеев. Еще один хил. То, чего не хватает Дрожеглот Шаману, это еще один хил. Надо заряжать Алану. Надо заряжать как-то Алану уже. Пытаться просто в два хода через Алану убить. Да, в этом есть определенный смысл, потому что Алану вулкан у нас не чистит. Ну, тем более вулкан уже был сыгран. Resentful поднимает еще одно существо, чтобы получить заклинание. Это Келесет. О, еще одно существо с боевым ключом. И это еще одна... Еще одни дырные. Еще один спелл под Хагатой. Еще одни дрены, которые дают тебе комбинацию. Все то же самое. На самом деле тут вот бой с тенью происходит сейчас у Свейта. Надо заряжать дальше Алану. А может быть уже попробовать сыграть агрессивно? Просто если ты сейчас заряжаешь Алану, ты вулкан. Ничего не делаешь со столом. Если там найдется вулкан, ты заканчиваешься в том числе. Ну это тоже верно. Нужно подкачать Алану так, чтобы распределить этот вулкан. Вот и Хеминг. Пам-пам-пам-пам. Ну что, охотник Хеминг у нас уничтожает все карты за 3 или меньше. И таким образом он улучшает себе топ-деки. Да, это провал. Придется сейчас играть через ярость, да? И метеор. Хотя метеор есть. Но у тебя есть превращение в колоде, вот в чем проблема, и ты можешь оставить просто... Тоже верно, но всегда можно добрать ликом. Ликом или куклой... Ну, кукла Вуда изначально, после этого мы играем Драконью Ярость, и это железобетонная зачистка всего стола. На следующий ход мы точно бахаем Алану 100%, вообще, без вариантов. Ну да, делает ставочку на зарядку Дракономанта, на полную зачистку. Дальше уже ждать просто нельзя. А тут Дрожеглот. Пам-пам-пам-пам. Ну и погнали. А что, у тебя все элементы комбинации были сыграны? Па! Надежда была на то, что Дрожеглот будет прям последней картой. Там было сыграно минимум 3 жизнесоса и минимум 3 куча раза сыграла Келесеты, осколки, Грамбл игрался. Ой. Он просто не дожидается и выходит. За этим больно смотреть. Ну, друзья, это вот так случается. Ну, такая мета, такой матчап, собственно. Ты ничего с этим не сделаешь. Вторая партия в пользу Резентфула у нас здесь. Остается хантишка для него. И любопытно, что это один из немногих у нас... Слушай, я просто смотрю, какой у него хант интересный. Ну, это секрет. Это не исключительно spell hunt, это не mid hunt, это не хант на вербовке. Здесь самая тяжелая карта — это ловчий смерти Рексар. Острозубы есть, есть крот. Ну, такой старый, добрый темпо хантишка, mid hunt с ДК. Но ДК тут одна из ключевых карт, да, и вопрос сейчас, какой класс? Если ты выбираешь разбойницу, окей, мы играем темпово и просто задавим тебя, да, Miracle Rogue всегда страдал от вариации агрессии. Если ты выбираешь контроль мага, мы просто ищем ДК и также тебя размазываем за счет большого количества существ. Но еще ДК нужно найти. Ну, вот это да. У хантишки не всегда с этим складывается. Хорошо. Ну, у Свейта, в принципе, тоже ДК не всегда Свейт заходит. Свейт вообще ни разу не сыграл толкового ДК в рамках, по-моему, 2 дней. Ну, не везет ему, что поделать. Отличный секрет, если ты сразу бафаешь оберег. Тут на 5-й просто появится 4 волка. А можно ли волками, извините, напугать контроль мага? Нет. С яростью, снежной бурей, волной. Тут ДК нужен. Нужен ДК. Не знаю, для меня, если охотник не находит ДК, фаворитом является маг. Ну, Свейт может также не найти ДК. Последняя карта, знаешь, и ты просто проигрываешь из-за того, что тебя охотник застрелил. А давить тебе нечем. Жизнь — боль. Седоспин Патриарх. У нас... Защитника холмов, питомец, мы получаем Мишу.
Ну, хорошее существо. Будь это кабан, пришлось бы трейдиться и подставляться под вспышку, а так он не разбирает. Ну, патриарх Седаспин-то вообще топовый. На самом деле он главарь, он предводитель всех зверей с таунтами. Они постоянно борются с Магушаном, кто же из них сильнее, за лидерство. Морозка для Свейта. Это еще дополнительная раскопка, конечно, за 5 кристаллов, но охотник как-то не спешит бить тебя по лицу, так что у тебя будет время. Надо выслеживание разыгрывать, искать ДК. Потому что есть упырь, и этот упырь может сыграть. Еще одно выслеживание сразу же. Еще продолжаем искать. Но ДК. Сколько он карт скидывает, если сыграет еще одно выслеживание прямо сейчас? Карты на самом деле не так нужны, тебе нужно ДК, потому как ты просто должен... Ну, еще один ход будет, поэтому у нас Resentful старается играть максимально в ману, использовать все кристаллы. Поэтому прожимаем обилочку. Здесь обилка — это просто жизненно необходимая вещь. Ищем ДК дальше. Это лютый перебор колоды, но ДК мы не находим. В очередной раз и теряем достаточно много важных карт. Например, метка охотника помогла бы разобраться с тяжеляком. Мы заберем, наверное, нет? Гиену заберем? Не метку. Окей. Надеется на давление столом или на такой стол попытается выменить одну зачистку, а дальше зайти с оберегом. Минус. Стоило ли метеор давать? Да. А тяжелые существа-то будут еще? А тут нет тяжелых существ в этой колоде ДК. Охотника. Ну так ДК еще нужно найти, его еще нужно прокрутить. Так, а поэтому вот АУЕшки... У тебя превращение есть, у тебя есть куклы Вуду. Ну вот в том-то и дело, что там бесконечная билка, если бы было так просто. Но это второй метеор. На это все еще не ДК. Окей. Будем пытаться уже идти в лицо. Хорошо сработает. Слизь, не давая заряжать оружие. А есть ли там заклинание еще за один кристалл? Верный выстрел, например? А два выслеживания, две метки охотника, ага, и метки. Больше заклинаний нет. Все, все, понял. Ну и тем более там одна метка до этого была с выслеживания скинута. Угу, угу, угу. Ключница. Плюс защитник холмов, пока не спешит со слизью. Своит. Понимает, что он не будет биться. Че, гризли. Как этому охотнику пытаться убивать? Только ДК, да? Да. Или обилка. Обилка. Обилка, обилка, обилка номер один. Горит от того, что не может найти своего собственного ДК. Ну, зато у него есть бронник. Сейчас, я думаю, пойдет в ход слизь. Угу. Уже зарядили оружие. Горшок, друзья, он вернулся. Слушай, а теперь хантишка не может прожимать обилку. Ох. Вот и упырь. Ну, единственная проблемка упыря — это ты даешь возможность перебрать очень быстро колоду, и игра уже пойдет на фатиг, да? И вот как раз-таки при игре на фатиг, может быть, стоило отдавать другие зачистки, а не метеориты. Два метеора просто улетело. Да нормально. Идет. А рано или поздно ярость дракона станет бесполезной. Но, может быть, как раз-таки Свейт отыгрывает от того, что будет маскировка на существах, которые будет призывать. Ну, он будет просто снежной бурей морозить. Да. Или, например, там будет невосприимчивость к магии. Потому как, как правило, когда раскапываются эти существа, они раскапываются либо в маскировке, либо... Решил перекусить Свейт по ходу партии. Да, были отданы метеоры, потому что для... Ну, это не факт. Для них... Скажем, для их использования есть определенные условия. А снежная буря, ты можешь закинуть ее на любой стол. Неважно, не уяс, маскировка. Full face уже тут, да? Нельзя, да, по-другому. Я думаю, что даже псарь будет сыгран на одной из собачек. Да, конечно, тут максимум нужно выжимать. Руны.
и все в лицо. Других вариантов просто нет. Как бы Свейт... Шутки шутками, а у Свейт это проблемки. Да, есть Бронник. Окей. Бронник плюс Близзард. Что, сначала упырем будем ударяться? Там... Что-то может тебе быть неприятное такое с бродячего монстра? Ловушечка. Минус 2 здоровья, зато ты получаешь Темпорус и Псартас, да? 14 хп. А сколько у нас карт у охотника? Уважаемая режиссура, если вы на месте, пожалуйста. Какая это карта? Покажите нам. Это 9-я карта, да, с конца была? Меток нет. Так, можем ли мы как-то почистить? Да, можем мы почистить. Играем через жуткого крота, играем команду взять в Синдрагосу и играем ловчего смерти Рексара. Только... Единственный вариант. В таком раскладе и тебе нужно максимально быстро убивать. Ну, это для охотника идет речь. А карт сколько у Свейта, если можно? Покажите, пожалуйста, также. Сколько там... Когда мы ДК найдем? И найдем ли мы его? Не сегодня, я думаю. И я смотрю, Свейт-то занервничал. Ну, я думаю, что ДК — это первая кандидатура на распыление, если он себя и так и дальше будет вести. Думпак-то еще подъехал. Как-то бы в рывочек бы это все отправить, да? У нас есть Медвикула. Медвикула, скорее всего, да, потому как она невосприимчива к магии против концепта контроль мага противника. Это лучшее, что может быть. Ну, иногда, кстати, Гидра приходится к месту в некоторых из матчапов за счет зачисток. Порой Гидра творит грязь. Болотная пиявка. Нет нистовства, нет рывка никакого. Ни рывка тебе не дали и не дали натиска. Это большая печаль. То есть что угодно сейчас, чтобы зачистить Короля Лича. Это зато Медвикула 6-10, которую нельзя кинуть в превращение. Сколько? Еще раз 14 карт. Ну, еще более чем достаточно. Будем таунтиться, я так понимаю. Наша служба никогда не закончится. Сколько это может продолжаться? Продолжаться. Когда контроль маг таунтится. Через призрачное ополчение. Это... Тут поднимают щит из увольнения, кстати. Там, где там мой Банхаммер? Да нет, справедливо, ребят. Ну, тут спасает только одно, если ты находишь рывок и находишь яд. Мне как-то очень интересную комбинацию показал. Оппонент с ДК. Там было существо с предсмертным хрипом. Взрыв, который наносит урон, он его просто сыграл в яд, активировал предсмертный хрип, и ты остаешься без стола, и такая... Что это только что было? Более того, тебе скажу, что есть новый паукан, который с натиском в яде. Ты можешь его отправить. Он стоит, по-моему, 5. Там не топырь был. Не топырь и 5, вот это да, вот новый паук. Что-то такое. А ты уже там, знаешь, таунтами закрылся на таунт-друиде, такой сидишь, кофе уже попиваешь, планируешь следующую партию, а тут сюрприз. В любом случае, Свейт выиграл, друзья, но это сам факт того, что ДК просто сгорел. Боже мой. Вот это кайф. Кошмар. Поздравляем Свейта с победой. Мы увидим 5-ю решающую, но это... 6.
Слушай, это победа по жизни. Вот серьезно, Слейд сегодня победитель. Но, знаешь, хороший момент в этом всем. Больше он не будет пытаться найти декана маги. Он мага уже отставляет в сторону, и пятую решающую будет играть на роге против Хантишки. Давай просто вот на секундочку представим, что сейчас маг не убивал Хантишку. А Хан, в свою очередь, находил рывочки с зомбозверей. Рывок с зомбозверей, плюс ко всему еще и с подхилом каким-то, с похищением жизни. Тогда, мне кажется, Свейд бы к соседям постучался сверху, прямо со стула. Но это жесть. Вот серьезно, ну, ДК. Вот Свейд выиграл на магии вот без ДК. Как это вообще? Это реально? Это возможно? В его случае это, знаешь, когда не заходит ДК, хочешь жить, умей крутиться. Вот он крутился как мог. Копал таунты, выставлялся, призрачные ополчения заходили, защитники холмов. И, кстати, к слову о поднятых щитах, кто не увалял комментаторов, тот не смотрел турнирные трансляции. Вот так вот. Ну что ж, последнее противостояние в рамках этой пары Розенфола и Свейта. Разбойница против Охотничка. Изи. Ну, не знаю, как для Роги это будет изи. Все-таки этот Хантишка достаточно быстрый. Ну, это изи для Хантишки как раз-таки. И тут нужны все ранние ресурсы. Монетки, агенты, шру, вееры, удары в спину, безумный темп. Или самому попытаться выставиться через огневичков, бандюк, птенцов. Но мне кажется, злолиста нельзя оставлять. Не злолиста. Ролл монетки выигрывает у нас Свейд для себя. Ну, вроде как неплохо, да? Ну, для разбойницы просто монетка — это не только дополнительный кристалл маны, но и бесценная серия. Где на четвертый ход ты можешь выпустить злолиста в серию и забрать что-то сильное со стороны оппонента. Окей, в лицо мы теперь бить не можем. Вообще. Потому что ты призываешь третий дроп, он остается на игровой доске и все такое. Ну, с другой стороны, твой оппонент может блефовать по секретам. Что мы увидели? Мы видели взрывные ловушки у этого Хантишки, мы видели морозные ловушки и блуждающих монстров. Самый неприятный тип секрета. Ой-о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 й-
будет кабанчик, который начнет бить лицо. Кабан хорош. На самом деле, определенно тройку стоит разыгрывать. Ну, не лучше, но при этом это 1-5. Это очень липкая провокация, от которой... И она постоянно качается. Сложно избавиться. Точно, точно. Свейд проатаковал, потому что посчитал, что... Ну, я не знаю, не было смысла там атаковать. Гораздо меньше, что там будет блуждающий монстр. Ну, смотри, блуждающий монстр... Ну, там всего две копии, а играется вообще 6 секретов. Ну, в любом случае, это две копии блуждающего монстра. Ты ударяешься, и на столе остается существо, если это дефолтная третья дроп, 3-3. Что с ним делать? Хант, у которого на второй ход есть 3-3, плюс он выставляется, дальше играет. Ну, здесь Resentful. А как выигрывать-то? У него все отлично, давим, идем в лицо. И на следующий еще 4 волка, здрасте. Что с ними делать? На морозку ловим бандюгу, ну все. Я думаю, что для Роги, скорее всего, эта партия уже закончена. Конечно, тут, я не знаю, что можно придумать. Вот серьезно, я просто не представляю. Ну хорошо, можем попробовать с монетки сыграть ну, к примеру, злолиста забрать Мишу, да, не атаковать бандюгой. Вот эта ситуация, когда ты оставляешь злолиста на старте, вместо того, чтобы найти какой-то более темповый вариант, там, я не знаю, зачистки, выставиться, еще что-то, да, это сразу же превращается в вот что-то такое. Ну окей, ладно, у тебя есть злолист. Монета, злолист в Мишу. Хорошо. Тогда у тебя качается гиена. Монета, злолист во владыку склепа. Окей, на столе остается 6-6. И на следующий ход, если ты получишь еще 4 волка, ты это не зачистишь никогда. Гиену решает забирать Свейд здесь, как потенциально опасное существо при пробафе из-под зверей. Ну, это все.
Да, понимает, что второй... Что у нас в этой паре уже есть полуфиналист. Ну, давай будем откровенны. У Resentful был некий Goldfish. Вот некий. Потому как два секрета до пятого хода, плюс ко всему еще и оберег. Не, у него был хороший заход. Я думаю, никто вообще не поспорит, в принципе. Ну и матчап не в пользу разбойницы. А так там СПД же вообще нет никакого. Все закономерно. Ни ничего, да? Но все-таки эти ребята подарили нам много позитивных эмоций. И вспомни вот сейчас чернокнижника против мага. Это ключевая партия в этой серии. Близко, очень близко. И вся проблема была в Декаджайне, которая зашла слишком поздно. Декаджайн — это проблема, ребят, поэтому срочно пылим. Помогаем Свейту распылить Декаджайну. Но за что стоит отдать должное Свейту? За позитив и отсутствие какого-то негодования. Он даже сердечко показал всем нашим зрителям. Так что я надеюсь, вы поддержите этого участника. Мы поздравляем Resentful'а. Он сыграет у нас во втором полуфинале. И сыграет он против победителя последнего четвертьфинала. Это будет пара Renman против Красива. Именно эти ребята сыграют следующими. Я думаю, ну, совсем скоро. Одного из участников Hearthstone Global Games мы также понаблюдаем, друзья. Так уж вот сложилась ситуация, что Фокса мы не посмотрели на трансляции. Почему? Он уже не говорил. Ответил на письмо. Он не проверил почту. Забавная ситуация. Победитель по жизни. Но я думаю, что после парочки пропущенных турниров по причине того, что люди не проверяли почту и то, что мы на стриме об этом говорили. Ставишь приложение просто на мобильник, теперь и тебе приходит уведомление. Теперь все будут чекать. Я более чем уверена, потому что я знаю, что пропустила сообщение не только Фокс, но и другие ребята. Так что будьте внимательны, чекайте почту, если вы держитесь, ну, плюс-минус в топе легенды. Да, ребят, ну ладно, оставим вас с этим. Откровенно говоря, партия действительно топовая, да и ремень должен показать себя сейчас вот со следующей партией на высоком хорошем уровне. Посмотрим на красиво, и кто же окажется лучше, красиво или ремень. Я вот тут признаюсь, за красиво не наблюдала, особо ничего о нем не знаю, тем интереснее будет наблюдать. Сколько человек там поменяло никнейм для того, чтобы в этом турнире принять участие? Это пятеро? Был точно не он. Или я семеро? Сколько? Я просто к тому, что такое количество у нас никнеймы поменяло. А там либо были очень стёбные никнеймы, либо на русском языке они означали не очень хорошие вещи. Какие? Ты предлагаешь мне в эфире, написать, чтобы мне потом никнейм изменили, да? Ну, завуалировано. Как... Ну, ладно, ладно. Да, ребят. Конечно, я сейчас буду пытаться ругательное слово завуалировать. Я в чат напишу. Ты просто. Вот сейчас мы уйдем на перерыв. Вынудили поменять никнейм Banana Moor, Keyboard Hero. Это их уже новые никнеймы. Pleb Conceit и Player 671. Вот тут... Я могу сказать, наверное, я надеюсь, он на меня не обидится. У него до этого был никнейм Петух 671, и Blizzard решили, что это вот никнейм некрасивый, и вынудили его поменять. Но это вот самый лайтовый, который я могла сказать в эфире, все остальное я напишу в чат. Хорошо, ребят, ждем этого момента, уходим на небольшую паузу и вернемся с последним четвертьфиналом Hearthstone Nationals. Прямиком из России, не уходите далеко, совсем короткая пауза, и мы вернемся с